Всем привет! Как же сделать первоклассную брагу? Наливаем сразу 2 литра воды теплой, добавляем еще 2 литра воды. Вот. И еще будет у нас литр воды, теплой воды, на 1 килограмм сахара. Засыпаем 1 килограмм сахара и перемешиваем, так как вода теплая, он быстро растает. Дрожжи берем 100-граммовые, но отсыпаем 20 грамм. Сама тара весит 35 грамм, досыпаем 20 грамм и до 55 грамм. Также еще потом покажу вам, как, сколько в ложке помещается дрожжей, чтобы вы ориентировались, может, у кого-то нету весов. Смотрите, здесь 55 грамм. Насыпаем в ложку и проверяем. Смотрите, я высыпаю, уже ложка полная. Вот, и только лишь еще не поместились эти 20 грамм. Видите, надо потихоньку добавлять. Ну вот, по чуть-чуть добавляю, уже высыпаются. Грубо говоря, в принципе, полная-полная ложка с горой, это и есть 20 грамм. Вон, порассыпалось немного, ну вот, где-то так. И тут где-то 2 грамма осталось, да. Насыпаем ложку, значит, высыпаем равномерно по всей площади, значит, воды. Вот, вот этой нашей уже сделанной водички. И перемешиваем. Смотрите, создаются такие вот комочки небольшие, видите? Но это не страшно, они все равно разойдутся, это не беда. Досыпаем остальные дрожжи, которые рассыпались у нас. Ну и в принципе все перемешиваем. Вот эти комочки не страшно, пару часиков, видите, уже они не такие. Уже, видите, более-менее. Так, ух ты, какой пузырь. Прям пузырище. Видите, процесс. Слышно звук, да? Ну, вот так вот. Дрождевой пузырь. Вот как заиграло. Сахар с дрождями начал играть. И процесс такой довольно, я скажу, хороший пошел. Все дрожди разошлись, сахар. Ждем дальше. 7 дней надо ждать. Ну вот я в бутыль даже перелил. Сейчас буду в те переливать. О, как квас. Вот. Переливаю сейчас в другие емкости. День второй. Смотрите, какая пенка. Бродит. Все нормально. Вот. Видите, бульбочки такие идут. Видите, брожение. Итак, я перелил уже по кастрюлям. Прошло 7 дней. Смотрите. Сейчас я свет включу. Вот такое уже у нас получилось. Готовое уже, скажем. Видите, какая она. Что-то резкость никак не найду. Ну, она уже вот есть такой чуть-чуть еще. Когда болтаешь, но уже не так. Просто уже вот такая вот устоявшаяся уже брага, уже готовая к выгонке самогона. 7 дней должно стоять. И вот вторая кастрюлька, где я их уже перелил. Видите, как отстоялась уже. Даже уже не играет, а вот края даже светлые, а снизу там уже. Сейчас я его поколочу тоже. Тут даже уже и не бродит. А, ну чуть-чуть там что-то. Такие газики просто выходят и все. Все, сейчас будем перегонять. Смотрите мое следующее видео.
Я в следующем видео буду покажу, как согнать самогон без самогонного аппарата. Все.